Здравствуйте, дорогие друзья! Несколько слов о новом авторе нашей рубрики, о Татьяне Янковской. Родилась в Ленинграде, окончила химический факультет Ленинградского университета, в течение ряда лет работала в Всесоюзном научно-исследовательском институте синтетического каучука. С 1981 года живет в Соединенных Штатах, работала в университетах и частных компаниях, заведовала лабораторией в корпорации Honeywell. Литературной деятельностью занимается уже более 20 лет. Автор двух книг художественной прозы, большого количества публикаций, статьи, очерки, рассказы в периодической печати, живет в Нью-Йорке. Я перечислил все литературные жанры, в которых Татьяна работает, кроме одного. А он-то как раз и будет нас сегодня интересовать. Это особый жанр. Понимаете, писатели часто пишут короткие рассказы, но очень короткие, крайне редко. Татьяна их называет «рассказы-недоростки». Применяет также шутливое название «раскраски для взрослых». Мол, пожалуйста, вам необходимые штриховые линии, раскрашивайте очерченное ими пространство по своему вкусу. Это непростое и тонкое искусство в суперкороткой литературной форме предложить читателю предметы реальной жизни, успев при этом создать достаточно проработанный образ героя или героев. Татьяна предпочитает называть такие вещи зарисовками, и это близко к истине. Я бы еще прибег к понятию «набросок». Это понятие используют художники. Набросок – это чаще всего этюд, заготовка для более крупной формы, помогающая сосредоточиться на существенных деталях. Вот три таких наброска Татьяны Янковской я и предлагаю сегодня вашему вниманию. Первый из них называется «Права маленького человека». Грегу 4 года. Он живет в Алабаме. Здесь его папа, защитивший диссертацию как инженер-электрик, сумел найти место ассистент-профессора. А мама у Грега программист. Она везде легко находит работу, даже в Нью-Йорке нашла бы, если бы захотела, но папа там не смог устроиться в университете с перспективой получить постоянную должность. Грег уже большой, он ходит в детский сад, а теперь чувствует себя совсем взрослым, потому что недавно у него родилась младшая сестренка. До садика он был Гришкой, и мама с папой так его и называют. А дедушка с бабушкой, когда приезжали недавно познакомиться с внучкой, стали называть его Грега. Очень им нравилось, что внук у них теперь настоящий американец. И по-английски говорит гораздо лучше их. Папы почти никогда нет дома. Он все время на работе, особенно теперь, когда появилась Мария или Манька, как ее называют родители. Манька очень нравится Грегу, но с ней не поиграешь. То она ест, то спит, то ее переодевают, и это быстро надоедает. Лучше играть самому. В воскресенье утром он проснулся от того, что Манька плакала. Грег пошел в спальню родителей и увидел, что мама носит ее на руках, пытаясь успокоить. «Доброе утро, сынок! Иди пока одевайся. Манька успокоится, и я приготовлю тебе завтрак». Грег открыл комод, но не смог найти в ящике свои любимые шорты. «А где мои зеленые шорты?» – закричал он. «Не знаю. Надень другие!» – крикнула мама из спальни. «Не хочу другие! Хочу эти с карманом на боку!» «У тебя все шорты с карманами, но не с такими!» «Гришка, не кричи! Так у меня Манечка никогда не уснет! Подожди!» «Ага!
значит, он Гришка, а она Манечка. И раз она Рева, то ей все можно, а ему ничего нельзя. И грек заревел, немного притворно, но очень громко, бросая игрушки об стену и выкрикивая: «Все своей Маньке, а единственному сыну шорты не можешь дать!» Мама так его называет иногда: «Мой единственный сын». И тогда мама пришла и отшлепала его. «Ты что, не понимаешь, что я не могу сейчас искать твои шорты? Подожди немного, она уснет, и поищем вместе». Мама вернулась в спальню и взяла дочку на руки. И только та начала засыпать, как раздался звонок в дверь. Мама вышла в прихожую. «Кто там?» «Полиция! Откройте!» «Но я полицию не вызывала». «Мэм, из вашей квартиры поступил звонок. Вы обязаны нас спустить, иначе мы взломаем дверь». В квартиру вошли двое полицейских и увидели красивую молодую женщину с грудным ребенком на руках. «Мэм, мы получили жалобу на child abuse. В квартире есть кто-то еще?» «Только я и двое детей». «Где второй ребенок? Мы можем его видеть?» «Сюда, пожалуйста». «Это ваш сын?» Увидев двух полицейских, грек сильно струхнул. «Это ты звонил?» Он молча кивнул. «Расскажи нам, что произошло». «Ничего». «Почему же ты позвонил?» «Не знаю». После трудного молчания выдавил из себя грек. На маму он старался не смотреть. «А я знаю», – уверенно, почти весело сказала мама. «Пройдемте, я вам все объясню». Она провела полицейских на кухню, вернулась и закрыла дверь в комнату Грега. Через 10 минут полицейские ушли. Мама отнесла Маньку в кроватку, та уже не плакала, она почему-то не испугалась полицейских. Затем она вошла к Грегу и присела на кровать. «Ну, мой единственный сын, ты можешь мне объяснить, что произошло?» «А нам в пятницу воспитательница рассказывала про child abuse и сказала, что если мама или папа бьют ребенка, он должен сразу позвонить по этому телефону». И он протянул ей бумажку с номером телефона. «Вот я и позвонил». «А ты знаешь, что может произойти?» «Что?» «Что тебя у нас заберут и отдадут чужим дяде с тетей. Ты этого хочешь?» «Нет!» Теперь уже от всей души заревел Грег. «Ну, иди ко мне». Мама поцеловала его. «Будем искать зеленые шорты или эти наденешь?» «Эти!» Без раздумий согласился Грег. «Давай быстро. Потом чисти зубы и завтракать, а то уже совсем поздно». Вечером папа сказал Грегу: «Ну что, Гришка, будешь еще в полицию на нас жаловаться?» «Да не плачь ты, не плачь. Понимаешь, встречаются иногда такие люди, очень плохие люди, которые больно бьют детей, в том числе своих. Но это редко, очень редко бывает. А у нас в семье такого не будет никогда. Сегодня мама тебя шлепнула по попе, потому что ты плохо себя вел. Тебе ведь не больно было, а? Просто обидно, так ведь? Ты пойми, маме сейчас трудно. Ведь Манька совсем маленькая и глупенькая. А ты у нас большой и умный. И маме стало обидно, что ты никак не хочешь понять, о чем она тебя просит. Веди себя хорошо, и такое больше не повторится. Ты ведь знаешь, что мы тебя очень любим. Ты наш самый любимый, единственный сын, и мы тебя никому не отдадим. Но если ты снова позвонишь и пожалуешься на меня или на маму, тебя и вправду могут у нас забрать. Я серьезно говорю».
Потом папа взял книжку и стал читать ему смешные стихи про клоуна, потом про кошек, а потом Грек уснул. В понедельник в детском саду воспитательница продолжила занятия по child abuse. Задала вопросы, чтобы проверить, как дети усвоили материал, все ли поняли, как звонить в службу защиты прав ребенка. И тут со своего места вскочил Грек и закричал: «Ребят, все это не так. Если вы будете звонить и жаловаться на своих родителей, то вас заберут у мамы с папой и отдадут чужим людям». Вторая зарисовка называется «Братья-славяне». Уже несколько лет я хожу в одну парикмахерскую и всегда стригусь у одной и той же женщины. Мне нравится, как она работает, и цены у них умеренные. И за все это время она не произнесла ни слова. Я пытался с ней заговорить, но она молчала, и я решил, что у нее, наверное, плохой английский. Мне сказали, что она русская иммигрантка. И вот прихожу я к ней недавно, и уж не знаю, что случилось, но только она вдруг начала говорить. На вполне, кстати, приличном английском. Рассказала, что приехала сюда из Казахстана с маленьким сыном, теперь он уже взрослый. Муж у нее был коренной сибиряк. Она вышла за него против воли матери. Мать оказалась права, он пил. Жизнь стала невыносимой, и она с ним разошлась. Так вот, представьте себе, все это время, что я сюда ходил, она думала, что я ее бывший муж. Оказывается, он как две капли воды похож на меня. Такой же здоровый мужик, русоволосый, светлоглазый. Она решила, что он ее разыскал и приехал, чтобы шантажировать или ребенка выкрасть, да мало ли что. Может, вообще убить от него все, всего можно ожидать. Забавно, но моя жена называет меня иногда русский медведь, хотя мои предки приехали в Америку из Польши. Видно, типичная такая славянская внешность. Кстати, я тоже водку люблю, и польскую, и русскую, хотя предпочитаю пиво, но в отличие от ее бывшего, напиваюсь, ну, только когда езжу с друзьями на рыбалку. При жене держу себя под контролем. Посмеялись мы с парикмахершей. Я пообещал по дороге на работу завозить ей овощи со своего огорода. У меня всегда бывают излишки. Я и сослуживцам своим каждое лето привожу. Так вот, пусть ест с сыном свежее, экологически чистое. Сейчас все на этом помешаны. В общем, мы с ней подружились. Но иногда я задумываюсь, что эта женщина должна была чувствовать все эти годы. Раз в месяц к ней приходил ненавистный бывший муж. Зная, что в публичном месте она не сможет устроить ему сцену и выставить на улицу, нагло усаживался в кресло, требовал, чтобы она его стригла, подравнивала усы, трогала его лицо, волосы, шею, уши. Это же чистой воды издевательство. Наверное, у нее внутри все клокотало, а в руках были острые ножницы, бритва, опасная бритва. И вот парадокс. Теперь, когда я прихожу к ней на стрижку и сажусь в кресло, мне немного не по себе. А раньше, когда, может быть, моя жизнь действительно была в опасности, я был совершенно спокоен. Третья зарисовка называется «Колечко».
На гражданскую войну Билл уходил от молодой, только что забеременевшей жены. Билл пошел защищать свой образ жизни, свою плантацию, построенную его предками. Президент Линкольн начал эту войну, чтобы не дать Южным штатам отколоться от Союза. Еще Томас Джефферсон предсказал, что африканское рабство станет тем клином, который расколет Союз. Все и уперлось, в конце концов, в вопрос о рабстве. Но вначале споры шли о несправедливости пошлин, о лицемерии федерального правительства, запрещавшего ввоз новых рабов из Африки, но не гнушавшегося внушительными налогами, поступавшими от рабовладельческих штатов, ведь потом эти налоги вкладывались в строительство на других территориях. А рабы дорожали, и не каждому белому человеку они были по карману. Южане основали конфедерацию, создали новую, более справедливую, по их мнению, конституцию и впервые в истории документально закрепили принцип превосходства белой расы над черной. Этот, так сказать, краеугольный камень конституции обосновывал возобновление работорговли, которое обеспечило бы рост богатства юга. Для президента Линкольна главным было сохранить Союз любой ценой. Он пошел бы и на сохранение рабства, если бы это помогло сохранить единую страну. Но когда после больших потерь в первые два года войны новая мобилизация на севере была встречена бунтами, Линкольн заговорил об освобождении негров как о втором рождении свободы в Америке. В самом деле, трудно заставить людей проливать кровь только за то, чтобы южане не качали права и платили исправно налоги в казну. Совсем другое дело сражаться за идеалы свободы и равенства. Хотя негры сами по себе не пользовались симпатией северян тоже. Идеи, вдохновившие в свое время отцов-основателей Соединенных Штатов на войну за независимость от Великобритании, вызвали в свое время взрыв патриотизма. Хотя, если честно, и тогда все началось с нежелания делиться своими кровными с английской короной. Интересно, началась бы гражданская война, если бы в Белом доме был Джордж Вашингтон или Томас Джефферсон? Ведь они, как и Билл, наш герой нашего рассказа, тоже были южными плантаторами. Джефферсоны даже приходились Биллу дальней роднёй. Все владельцы плантации Вирджинии знали друг друга и за пару столетий успели соединиться семейными или родственными узами. А Авраам Линкольн, по понятиям Билла, был бештанный северянин. Хотя и родившийся на юге, готовый идти войной на своих соотечественников. Увы, конфедераты проиграли войну. Генерал Шерман проявил неслыханную жестокость в уничтожении южных городов, разрушил Атланту, сжег дотла Колумбию. Но когда Билл услышал о страшной резне негров на форте Пиллоу в Теннесси, где сводный отряд северян сдался в плен отряду Форреста, он засомневался и в правоте конфедератов. Битвы и ужасы остались в прошлом, и солдаты как разбитой, так и победившей армии возвращались в прерванную войной жизнь. Билл шел домой со смешанными чувствами. С одной стороны, его там ждал маленький сын, с другой, молодая жена его не дождалась. Она умерла от родов. Во время войны ему удалось побывать дома, постоять перед могилой Бекки, подержать на руках маленького Билли. Многочисленные домочадцы, включая мать Билла и его старую няньку-негритянку, заботились о ребенке. Но главную заботу о малыше взяла на себя двоюродная сестра Бекки Адель. Совсем еще девчушка. Она дарила Биллу
младшему любовь и внимание, которое он получал бы от матери, будь она жива. И она играла с ним, пела ему песни, ходила с ним гулять, помогала купать, укладывала спать. Никому он столько не улыбался, сколько ей. Возвращаясь в полк, Билл сказал Адель: «Бог нам тебя послал. Пока ты с ним, я спокоен за своего парня. Вернусь живым, в долгу не останусь». 700 тысяч солдат полегло в той войне. Ему повезло, он вернулся. Как все были ему рады. А больше всех маленькая Адель, которая вытянулась и стала совсем уже взрослой. Билл младший тоже стал самостоятельным, бегал по двору, оседлав деревянную палочку лошадку, крепкий, смышленый мальчишка. Работы на земле и по дому было много. С раннего утра Билл-старший седлал коня и ехал по делам, и каждое утро Адель спускалась позавтракать с ним, а когда он возвращался, бежала навстречу, держа Билли за руку, и очень скоро Билл уже не сомневался, что нужно делать. И глаза Адель торопили его. Он съездил в ближний городок к ювелиру, заказал обручальное кольцо, и уже через неделю оно было готово. Билл любовался кольцом, как любовался той, которой оно предназначалось. Бриллиант, окруженный маленькими рубинами, тонкое колечко белого золота для ее нежной ручки, тонких пальчиков. Он представлял себе удивление и восхищение, с которыми она будет смотреть на кольцо, и как потом ее глаза засветятся любовью, когда она медленно поднимет их от кольца и посмотрит в его глаза, как нежно порозовеют ее щеки, как поднимется грудь от глубокого вдоха, и когда его взгляд ответит любовью и нежностью сильного мужчины, готового отныне отвечать за ее судьбу, радость сильной волной окатит все ее существо, и он единственный все это увидит и будет счастлив, что подарил ей эту радость. Билл спешился у бара, привязав лошадь у входа. Народу внутри было мало. Он сел к стойке и заказал виски. К нему придвинулся незнакомый мужчина по виду бродяга. Разговорились. Оказалось, они воевали недалеко друг от друга. Бродяга был мелким торговцем с севера, но перед войной поселился в Южной Каролине, как раз в Колумбии. Собирался открыть ловчонку, а тут война, в которой он сражался на стороне южан. Теперь он шел на север, где жили его родные, надеясь там снова встать на ноги. Билл достал из нагрудного кармана коробочку, обтянутую бархатом, и показал бродяге кольцо, рассказал ему об Адели. Они вместе выпили за малышку Адель и за ее долгую счастливую жизнь с Биллом, после чего тот вскочил в седло и рысью поехал домой. И вдруг лошадь понесла. Билл натянул поводья, пытаясь замедлить сумасшедший аллюр, но лошадь взвелась на дыбы и сбросила его. Нога застряла в стремени, он пытался ухватиться за него, взобраться в седло или освободить ногу, но лошадь тащила его, как будто обезумев. На ухабе его перевернуло лицом вниз, одно плечо было вывихнуто, и рука бессильно волочилась по земле. Другой рукой он пытался закрыть лицо. Только когда он перестал дергаться, лошадь успокоилась и пошла шагом. Нога Билла выскользнула из сапога,
застрявшего в стримени, и он остался лежать на дороге. Через некоторое время на него наткнулся бродяга, с которым они пили в баре. Бродяга перевернул его, приложил ухо к груди и не услышал. Сердце только почувствовал через ткань коробочку с кольцом, лежавшую в кармане. Он достал кольцо, положил в карман брюк, а коробку выбросил в придорожную канаву. Чем дальше он шел, тем больше ныло у него под ложечкой, но не так, как когда ему хотелось есть или выпить, а как-то беспокойней. И он повернул назад. В баре он рассказал, что случилось с Биллом. Все сразу повалили к выходу, чтобы поехать подобрать труп и отвезти его домой. Бродяга поколебался немного, и когда всадники уже собирались отъезжать, вытащил из кармана и отдал старшему из них кольцо. «Вот, передайте невесте кольцо». «Невесте? У Билла не было невесты, он был вдовец». Он собирался сделать предложение малышке Адель. Он не рассказывал сегодня и кольцо показал. Когда я его нашел, кольцо рядом валялось. Видно, из кармана выпало. Недоверие на секунду промелькнуло на лице старшего. «Окей. Спасибо, что нашел и вернул. Передадим, конечно. Хотя что уж теперь. Пусть хоть память ей будет. Ладно, прощай. Ты куда путь держишь, если не секрет?» «Да вот, на север решил податься». «Ну, вольному воля. Деньги-то есть у тебя. Руки, ноги есть, не пропаду. Удачи тебе. Вам так же». Всадники тронули коней, а бродяга махнул вслед рукой и продолжил путь на север. На этом наша сегодняшняя передача заканчивается. К творчеству Татьяны Янковской мы будем еще возвращаться. Я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого доброго.